біленькі вікна дитячого садочка «Ромашка». Він був гостем уже на нашому дні селища, і тому сьогодні з добрим словом, маємо надію, з подарунками, він знову в нашій громаді. Вітайте! Дякую. Уважаємо жителі Іланця, розшите мені от імені полутисячного колектива «Зеленого Гая», как меня, как руководителя, разрешите, от имени депутатского корпуса областного совета Николаевской области нашей поздравить вас с вашим праздником и с нашим тоже, Днем Еланца, которому сегодня 219 лет. Так получилось, что первый раз я попал на этот праздник, когда Еланцу было 215 лет. Ну и идти к имениннику с пустыми руками не гоже. Поэтому с Любовью Васильевной мы посоветовались тогда и решили поменять окна в детском садике, во втором. Но когда Любовь Васильевна пригласила меня в этот раз, на этот праздник, я говорю, а что же подарить? Она говорит, опять окна в детский садик. Я говорю, куда? Говорит, уже в Зіроньку, да? То був перший садик центральный, а тепер другий садик, вы знаете. Тому поаплодуємо. Поэтому мы нашли возможность и приобрели окна для этого детского садика. Я думаю, в ближайшую неделю-две они будут установлены. Но в следующем году у нас Еланцу 220 лет. И я обязательно буду на этом празднике. Поэтому я принял такое решение. Нет, я принял такое решение для всех детских садиков Еланецкого района, а их 18, в течение этого года по одному в месяц или по два в месяц все окна поменять на металлопластиковые. А в 2020 году... А это уже будет 220 лет. Еланцу это уже следующий год. С праздником вас! Спасибо! Ну, допустим, в деякій мірі нам не 220, ну, все рівно приємно. Будь ласка, кожен рік садочки до ваших послуг. Ви гості почесні, бажані щастя.